Идеальное лазерное попадание. Что он творит сегодня? Ой, какая передача-то прошла и гол! Вот момент, Эльдарушев пробить в дальний, влетает! Ну вот не было игры! Вот анахрон, 19-я минута, не было игры, а 1-0 на табло! Акрон Тольятти дома! Первый же опасный момент, вот он! Идеальное лазерное попадание! Из-под двух защитников, из-под штанги, в штангу мяч угодил! Итак... Гудков. Хорошая передача. Прострел низом. Момент! Что они делают? Они забивают гол. Они забивают гол. Морозов. Ну, что в этой ситуации сказать? Угадал Бояринцев? Ну, угадал, наверное, да. Я вам говорил, что я плохой отгадчик. Все, как будто бы атака зачахла. Но Гаглоев до последнего пытается привести ее к жизни. Подает удар и гол! Гол, гол, гол! КамАЗ забивает! И это делает Роман Мануйлов! Эта дальневосточная связка работает все еще! Спустя время Гаглоев-Мануйлов теперь в одной команде и теперь творят голы в ворота соперников. Первый гол КамАЗа на выезде в этом сезоне. Вот так трудно. Через тернии он пришел. Ой, какая передача-то прошла и гол! А вот тебе четвертый трамвай. 1-1 Олег Кожемякин. Прилетел. Да, трамвай-то на остановку добрался вовремя. И очень неожиданно, да, как все это текло, вся эта атака. Ромко! 2-0! Что он творит сегодня? Середина тайма, а Коронко дубль. Обработал сложный мяч. Ну и потом. Как пробил, вы видели? Понятно, что с близкого расстояния, но нужно было еще вот этот мяч подстроиться. 2-0. Неожиданно, как развиваются события. У Арсенала два момента, два гола.